Сегодня мы приготовим вишневый крем-десерт со сливками в блендере Vitec VT3414. Нам потребуется 150 грамм замороженной вишни, 300 миллилитров воды, 5 столовых ложек сахара, 1,5 чайной ложки желатина и 200 миллилитров 30% сливок. Вишни нужно залить водой, добавить сахар, довести до кипения и проварить 5 минут. Затем дать остыть до комнатной температуры. В миску положить желатин, добавить 200 мл остывшего компота и оставить на 10 минут для набухания. Затем полученную массу подогреть на паровой бане 1 минуту, постоянно помешивая. Масса станет однородной и похожей на сироп по консистенции. В стакан блендера налить сливки, добавить 3 столовые ложки сахара и взбивать с помощью насадки венчика 2 минуты, делая перерывы каждые 30 секунд. К взбитым сливкам добавить желатин и перемешать на первой скорости. Полученную массу налить в пиалу и убрать в холодильник на 1 час. Через час готовый десерт украсить вишнями из компота и посыпать сахарной пудрой. Вишневый крем-десерт со сливками готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.